Дымовая завеса окутала городскую свалку Северодвинска. На полигоне твердых бытовых отходов горит мусор. Специалисты спецавтохозяйства второй день борются с возгоранием на глубине. Уже вылито 4000 тонн воды. 4 восьмитонных поливочных машины и 3 бульдозера. Со вчерашнего дня с этим пожаром борется около 40 человек рабочих. Возгорание произошло на глубине 3 метров, а общая площадь горения на сегодняшний день 100 погонных метров. Причиной специалисты называют газ-метан, выделяющийся в процессе разложения отходов. Борьба с огнем ведется круглосуточно. На данный момент времени мы делим возможные очаги возгорания на сектора, отделяем это все хозяйство от открытого огня, а открытый огонь уже непосредственно тушим поливомоечными машинами с помощью бронзбойтов. Этому пожару присвоен класс А – это горение твердых веществ. Для населения, кроме дыма и неприятного запаха, этот пожар опасности не несет. Специалисты спецавтохозяйства планируют справиться с возгоранием до выходных. Сложность тушения возникает из-за того, что пожар идет на глубине, которая здесь доходит до 12 метров. В 2010 году зафиксирован самый долгий пожар. Тогда тушили в течение месяца.